В Чебоксарах, как и по всей России, вместе со снегом начал активно таять асфальт. Дорожные службы работают сейчас в две смены. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков попросил вести работы и ночью. Ямы латают по городу 10 бригад. Сейчас работы идут на улице Ленинского, Комсомола, Мичмана, Павлова, Кривого, на проспекте Максима Горького, бульваре Электроаппаратчиков. Есть и те дороги, которые мы отремонтировали 3-4 года назад, и они уже сегодня... По-народному говорят, дырявые. Это и базовый проезд, это и Ленинского Комсомола, Кривого, Максима Горького, другие улицы. И мы понимаем, что дороги были выполнены, отремонтированы с нарушением технологий. А сегодня те предприятия, которые производили ремонт, банкроты. И нам не с кого спросить. Поэтому особое внимание в этом году, так же, как и в прошлом, качеству материалов и соблюдению технологий. При благоприятных погодных условиях планируется в срок до 1 мая 2018 года завершить работу по ямочному ремонту городских дорог в центральной части. При наступлении благоприятных условий, погодных условий, будет осуществлен переход сразу же на ремонт, на ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. Однако на этой неделе погода будет не на стороне дорожных служб. Если во вторник синоптики обещают до плюс 18 градусов и без осадков, то уже в среду похолодание до 6 градусов. Ночью заморозки и снег.